Так, ну что там у нас? Ну вот, видите, счетов опять нет. Татьяна Марсова каждый день заглядывает в почтовый ящик в надежде увидеть там свои журналы и счета фактуры, которые должны были прийти еще неделю назад. Сейчас я не могу себе выписать ничего. Вот сегодня какое число? А у нас еще нет квитанции ни за свет, ни за газ. Когда они придут, не знаю. Для того, чтобы получить свою корреспонденцию, пенсионерам приходится ходить в отделение почты, которое находится в соседнем поселке. А для многих из них это непосильная задача. Здесь дом на доме стоит. Увеличился объем у почтальонов. Работать не хотят. И я их понимаю. Елена Чурочкина, соседка и по совместительству бывший почтальон, рассказывает, что объем работы постоянно увеличивался. Всю корреспонденцию необходимо было отсортировать и разнести. В день приходилось своими ногами проходить по несколько десятков километров. Оплатили, по ее словам, мало. О, собак море. Ругаться устали. Если даже она сидит за калиткой, она наполовину под калитки вылазит, над ней почтовый ящик. Не положишь, жалуются, ругаются. Положишь, как говорится, рискуешь жизнью. Счета фактуры пачками лежат на подоконнике в отделении почты. Жители поселка Самосырова сами теперь перебирают ворох бумаг, чтобы найти свои счета. По возможности помогают соседям, которые не в состоянии дойти до отделения ногами. Вот мне, многодетной маме с тремя детьми, приходится идти сюда с детьми искать свои платежки, чтобы заплатить вовремя. Вот тут обозначено отделение почты, а вот это поселок Самосырова. Расстояние между ними примерно 2 километра. Ежедневно один почтальон должен пройти туда-обратно, а потом и разнести по всей этой большой площади корреспонденцию. В управлении почтовой связью нам объяснили, что вакансия почтальона сейчас в поселке действительно актуальна. Пока туда приглашают сотрудников из других почтовых пунктов. В настоящее время филиал предпринимает все меры для сохранения доступности почтовых услуг для жителей поселка. Кроме того, дополнительно для обслуживания поселка был выделен автотранспорт. Пока населению Самосырова сотрудники почты вместо корреспонденции могут принести лишь свои извинения за предоставленные неудобства. Артем Логвинов, Роман Фенин, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».